Get Movies. Канал для всей семьи. Когда-то все феи были большие, а теперь они маленькие и живут среди нас. Обучаемся секретам и магическим предметам в школе феерических наук. Слышишь ты? Болини, посуда, которая не моется. Что за ерунду они печатают? При виде объекта любви крылышки блестят сильнее обычного, ярче проявляется талант, бьется сердце. И где же я увижу объекты любви, если мы из дома не выходим? Новая коллекция от Versace! Золотое! Хочу... Будем вместе. Вот увидишь. Пророчество. Пятый элемент. Поиск. Результатов не обнаружено. Может быть, вы искали удобную диванную подушку? Поиск. Пророчество. Пятый символ. Результатов не обнаружено. Могу предложить ковер ручной работы. Искать. Пророчество. Пророчество. Найдено 257 совпадений. 257 совпадений? А это же уйдет целый месяц. Ну хорошо, отправь на печать. Время феерического отпуска закончилось. Нужен еще месяц. Милочка, как хорошо, что я до вас дозвонилась. Здравствуйте, фея Грейни. Какие-то проблемы с гостиничным номером? Нет, нет, номер отличный. И море, и коктейли. Я просто волнуюсь. Вы, кажется, сказали несколько дней. Месяц. Вы запамятовали. Я сказала, месяц отпуска за счет королевства. Месяц? Да, да, месяц, фея Грейни. Фея Грейни? Наша прошлая наставница? А можно с ней поговорить? Бусинка, что ты тут делаешь? Да я быстренько распечатать хотела. Платьице одно. Ой, что это вы печатаете? Интересненько. Я разве не сказала, что с сегодняшнего дня закрываю доступ к принтеру? Как закрываете? Почему? Вы здесь для того, чтобы учиться, а не наряды заказывать. Хочешь платье? Шей сама. Сшить? Самой? Ну, смотрите, какое сложное! Настоящая фея не боится трудностей. Настоящая фея, говорит, не боится трудностей. Сшей платье сама. Только сшей. Я вообще не умею. Не бойся, я тебе помогу. Ткань, разрежься, разделись и по схеме раскроись. Разрежься, разделись и по схеме раскроись. Ой! Ткань, разрежься, разделись. Ой! Нет, моя выкройка. Как же я теперь сошью платье? Буся, можно у тебя пинцет взять? Что это с вами? Это мы для Бусинки новое платье шьем. Буся, зачем тебе платье? У тебя же их миллион. Не миллион, а всего лишь 117. И надеть совершенно нечего. Хм,
держи. Что это? Комбинезон. Зачем? Ты же сама сказала, что надеть нечего. Уродский комбинезон вместо моего прекрасного золотого платья. Классно. Вы же сестры-близняшки. Вот и будете в одинаковых комбинезонах. Значит, мой комбинезон уродский? А тебе, вообще золотой цвет не к лицу. Буковка, а как же пинцет? Толкование пророчества с помощью китайской книги перемен. Ой. Разные переводы пророчества с лунного языка. Ой. Неужели придется все это прочитать? Связь пророчества с древним языком сов? Это уж слишком. В черную дыру. Уже поела, так подожди, ты куда? Так, а вы что так долго едите? Настоящие феи не отвлекаются во время еды. А я, может, игрушечная? Так, быстрее, пароль. Так, спокойненько, еще раз. Пророчество. Спасибо. На здоровье. Посуда, отмывайся, на место отправляйся. Что за чепуха? Так, копировать 36-й размер, один экземпляр. Да что же это такое? Немедленно отмывайся! А ну-ка, мне не прикословь, сейчас ты чистый станешь вновь. Такого просто не может быть. Неужели заклинание сломалось? Сто экземпляров! Нет, как же тебя остановить? Бусинка, что ты тут устроила? Хочешь всех в это платье нарядить? Булка! Мы же сестры! Ах, вот как ты заговорила. Ладно, помогу. А ну прекратить эти шуточки! Шуточки? Точно! Это же розыгрыш. Старый известный розыгрыш посуды, которая не отмывается. Ну, фееринки. Чужие заклятия развейтесь, как дым, и впредь не препятствуйте чарам моим! Бука, быстрей! Она сейчас вернется! Не торопи меня. Нужно проверить эффективность заклинания. Да некогда проверять! Что с предметом этим сходно? Испарись куда угодно! Что здесь происходит? Кто подходил к принтеру? Мне просто так хотелось платьице. Платьице? Какое платьице? Золотое! А это что? А это... Да это для урока. Лживость воздуха 80%. Знаешь, Бусинка, вообще-то ты большая умница. Продемонстрировала такой ум, такой высокий уровень магического мастерства. Узнала пароль, заставила платье исчезнуть, посуду заколдовала. В общем, если уж ты так сильно хочешь это платье, можешь воспользоваться принтером. Нет! Я сама его сошью! Пророчество, реальность или вымысел? Сравнение с египетскими, индонезийскими, тихоокеанскими, утопическими мифами? Ой, нет.
Хватит. Горшочек не вари. Я никогда всего этого не прочитаю. Я сама его придумала. И сшила. И узор сделала. Ты же хотела золотое. От Фейерсаче. Да ну, оно неудобное. И золотой цвет мне не идет. А что, ничего так. Хочешь, я тебе тоже что-нибудь сошью, дрема? Бусина, давай-ка ты лучше будешь костюмером в моих снах. Ой, это было бы чудесненько. А какой ты сейчас делаешь сон? Про вечеринку монстров. Мне нужен костюм зомби. Что-нибудь розовенькое? Ой, Полка, ночное дуновение закончилось. Логично, Буся, сейчас ведь не ночь. Крем, ночное дуновение, он закончился совсем. Представляешь, вот пух и пыльца. А Дути петь ты будешь? Ты же не можешь отказать родной сестре. Ладно, ладно, синтезирую недостающие компоненты. Только позже, вечером или завтра. Спасибочки, спасибочки. Я через полчасика сбегу. Угу. Буквище, слушай, у меня это... Фики-леки, беда прям. Проектор снов не пашет. Заслонка тут. Оставь, посмотрю. Да мне прям сейчас нужно, а то вдохновение улетучится. Буковка, смотри, какую я собачку нарисовала. Фантик. Ой, какие миленькие. Кто это? Фантик, не трогай ничего, пожалуйста. Я уйду тогда совсем. Это инфузории. Я хочу с их помощью доказать теорию эволюции. Чего-чего доказать? Как бы попроще тебе объяснить. Согласно этой теории, простые организмы постоянно изменялись, приспосабливались к окружающей среде, становились все сложнее и совершеннее. Аквариум же надо срочно на свет вынести, а я термостат не доделала, и крем этот еще. Буковка, ты не переживай. Делай свой перистат, а я с фузориями погуляю. Ты? Совершенно исключено, ты безответственная. Так, из аквариума не выпускать, не трясти, не ронять, воду не проливать. Через полчаса вернуть обратно. Малышики мои, сейчас погуляем, поиграем, побегаем. Попрыгаем! Не бойтесь, фузоречки! Вы что, поверили, что я безответственная? Да я такая ответственная! Я животных, ух, как люблю! Как настоящий животолог! Ой, какая лапочка! Хочу завести я собаку, ку-ку, лохматого пса с пятном на боку. С ним бегать по парку и в сады играть, и брать по ночам в кровать. Хочу завести я кота-та-та-та, чтоб рыжим он был от ушей до хвоста. Пусть и мило урчит и играет с кубком, и делает хвост торчком. Но мне твердят, ответственность тебе не по плечу. Кормить, гулять, дрессировать, водить к врачу. Хочу завести крокодила, ла-ла, слона, бегемота, кита и орла, чтоб смехом и шумом наполнился дом, чтоб весело было в нем. Но мне твердят, ответственность тебе не по плечу. Водить к врачу, дрессировать, кормить, поить, играть, гулять, учить, лечить, купать, чесать. Но я хочу! Ты безответственная. Фузя, а куда остальные убежали? Фузички! К
Подожди. Мы пришли. Угу. Хорошо погуляли? Просто класс. Фузим понравилось. Фантик, что ты наделала? Ну как мой кремчик? Готов? В колбочке? Ты засунула мой крем в лабораторную колбочку? Я же дала тебе хорошенький пузыречек. Это специальное консервирующее устройство, позволяющее питательным элементам крема сохраняться как можно дольше. И таким образом... Я тебя не просила из моего ночного дуновения консервы делать. Мне важно, чтобы красивенько было. Фантик, а ты куда собралась? Ну что, Букище, попифагорствовала? Да, забирай. А что с картинкой? Она четкой стала. Где мой туман? Я сдвинула значение рендера. Рендер-блендер, ты мне весь сон испортила, фейский веник. Трема, я все по науке, по цифрам выставила. Да искусство это тебе не наука. Его нельзя по цифрам выставить. Эх, Фантик, признавайся, ты выпускала инфузорий? Ну, может, они и убежали на секундочку. Ну так что ж, им же тоже хочется поиграть, попрыгать. Поиграть? Это инфузорий, у них даже условных рефлексов нет. Им не хочется поиграть. Где пятая? А ты-то откуда знаешь, чего им хочется? Они тебе просто сказать боятся. Посмотри, какая ты сердитая. Это тебе лишь бы играть. Ты же понятия не имеешь о том, что такое ответственность. Да я лучше всех о них забочусь. Ай! Ай! Уйди немедленно. И нечего на меня смотреть с упреком. В инфузории у вас нет чувств. Это не научно. Конечно. Ну вот, все теперь на меня обиделись. А почему? Я ведь и крем сделала, и заслонку исправила. Эх, я все буковки испортила. А на этих фузорий целый год эволюционируют. А я их растеряла. Да еще и сердитой ее назвала. А она добрая, всем помогает. Фузя! 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 Фузоря! Фузя! Фузя! Ой, ты мой хороший! Что ты тут делаешь? Грустно тебе, да? Все про тебя забыли. А я тебя нашла. Только взять я тебя не могу. Честно-честно, не могу. Буковка права. Я это, безответственная. Что? Говоришь, я могу стать ответственной? Точно, я стану ответственной. Вот прямо сейчас. А ты мне поможешь, да? Ботя, ты куда? И Ботя потерялся. Фузечка, Ботечка, малыши мои, вы оба нашлись. Уже подружились, да? Как здорово! Вечерняя разминка. Как разделить торт на 8 равных частей тремя разрезами? Зачем мне делить торт? Никто ко мне не придет. Буховка! Вот, пятая! Фантик, ты нашла ее! Экспериментальную инфузорию номер 3. Спасибо. Прости, что я тебя ругала. Инфузорию зовут Генриетта. Инфузорию? Ну да, инфузорию. Зовут Генриетта. И мне нравится, что ты их называешь по номерам. А это кто? Живой ботинок? Это Ботя. Мое домашнее животное. Ужасно умное. Он тоже экспериментальный? Нет, просто живой. Ой, кто это у нас? Какие зоеньки! Бусь, по поводу флакона да ты... Да ладно, так тоже неплохо.
И даже феерично. Феник, ничего себе у вас зверинец. Дрема, прости, что я тебе настройки сбила. Давай я все обратно поменяю. Не-не-не-не-не, ничего менять не надо. Там так все круто получилось. Теперь, знаешь, детали мелкие видны. И освещение классное. Спасибо, буквище, все супер. Знаки пророчества не ясны. Я это и без вас знаю. На выброс. Вот сколько же ерунды в Фейнете. Так, последний документ. Фея Калимасера высказала предположение, что утерянная лунная книга хранит среди прочего заклинание, которое открывает замок первого порога пророчества. Пусти, пусти! Бутя, ко мне! Фу! Не трогай! Это что такое? Фантик оживила ботинок. Этого еще не хватало. Никаких домашних животных. Фантик, ну, ты слишком маленькая, а животное нужно кормить, с ним нужно гулять. Фантик справится. Она маленькая, но такая ответственная. И мы все ей будем помогать, правда? Лунная книга. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, надеюсь, ты справишься. Ведь я же с вами справляюсь.